Обычно родители выбирают, куда отдавать своего ребенка. А мы решили спросить у самих детей, почему они занимаются художественной гимнастикой и что им нравится. Мне нравится художественная гимнастика, потому что тут очень красивые фигуры, мы выступаем, занимаем хорошие места. Она очень эстетическая, красивая. Делает из нас хороших гимнасток. Мне очень-очень нравится выступать. Особенно с булавами. Я не хочу терять свою форму. Когда мне было 3 года, у меня были косолапые ноги. И мама решила меня отправить в художественную гимнастику. И я маме сказала, что я не хочу ходить из гимнастики. Это красивый грациозный спорт. Здесь много чему учат. Я хочу быть как олимпийской чемпионкой на гимнастике. Это самый лучший вид спорта для меня. Мне нравится, как занимаются и все остальные. Однажды захотела научиться делать колесо. В детском саду увидела, как его делает одна девочка. У меня получилось, и мне тогда очень понравилось. Я решила добиваться новых вершин. Здесь можно научиться всему классному. Там нужно все делать, там нужна растяжка, спина, и она очень гибкая. Она мне очень нравится. Потому что я люблю заниматься гимнастикой. Здесь, весело, есть всякие предметы и все. Потому что ты будешь стройной и красивой. Она, конечно, очень трудолюбивая. Она любит тех, кто любит работать. Да, ты заходишь в зал, ты думаешь, сейчас будем тренироваться, а уже после того, как потренировался, какое-то чувство свободы и удовлетворения. Там всякие, там мы занимаемся с обручами, с мячами, скоро будем с булавами, а потом с лентой. А еще мне нравится художественная гимнастика, потому что все делают, как тренер говорит. Я люблю художественную гимнастику, потому что она мне нравится. Она мне нравится уже давно, с детства. Там становлюсь гибчей. Это красиво. Люблю за красоту, грацию и выносливость, которую она нам дает. Я занимаюсь художественной гимнастикой, потому что она очень хорошая, и мне нравится ходить на гимнастику. Занимается очень познавательно. Я очень сильно в детстве захотела, когда увидела по телевизору Яну Кудрявцеву. Предметы, лента, обруч, мяч, булавы. Я люблю слушать музыку, поэтому мне очень нравится танцевать. Ты выбираешь музыку и танцуешь под нее, очень красиво. Мне нравится, когда я делаю программу по художественной гимнастике. Задействуется дисциплина, сила как и духовная, так и физическая. Я когда увидела, я прям сказала, вау, я хочу так же. Очень круто выступать на соревнованиях. Я хочу побороть свой страх выступать на сцене. Я очень рада, что этим занимаюсь. Красивый спорт, он. Женственный, грациозный, развивает выносливость, силу воли и другие физические качества. Привет. И чем она тебе нравится? Громко, ничего. Можешь? Давай. Супер. Спасибо. Мне нравится мостик вставать и потом вот так вот вставать. Как тебе выступать нравится? Не совсем. Давай. Прям много? Я тут впервые. А что сказать? Я очень люблю. Люблю гимнастику. Я обожаю художественную гимнастику.